языческие мотивы, древнерусская культура и даже принятие христианства. На сцене Дворца детского творчества детально представили, с чего началось формирование современного русского общества. В этом году заслуженный коллектив Приморского края ансамбль «Улыбка» продолжил тему прошлого года «Не трогайте Россию, господа» и представил зрителю новую «Мы живем на отцовской земле». Наши дети, к сожалению, очень плохо знают историю, очень плохо знают традиции. И чтобы это хоть как-то сохранить, знать, это приходит с возрастом. Когда я был молодой, горячий, нам хотелось ухах и так далее. А сейчас пора уже вернуться к истокам. И мы прививаем это именно нашим детям, нашим выпускникам. Потом когда-то это они понесут именно эти русские национальные традиции. По окончании патриотического блока выступили и юные таланты, продемонстрировав, чему они научились за целый год обучения. Пока ребята находятся в центре внимания, за сценой за ними внимательно наблюдают их педагоги. Хоть их и не видно из зрительного зала, но душой и сердцем они выступают вместе со своими учениками. Стараюсь волнение убрать на второй план, а что ты уже сделаешь, если они уже на сцене, как твое волнение повлияет? Никак особо. Поэтому дети делают то, чему они научились, то, что ты им объяснил, как ты их научил. И тут уже не повлияет твое волнение. Но на самом деле волнуются не только учителя. Это и понятно, зал уже традиционно для «Улыбки» полон зрителей. Концерт отчетный, поэтому и каждый танцор старается выложиться по максимуму. Да. Перед тем, как выйти на сцену, волнительно, да. А потом сам по себе танцует. Тренера настраивают нас. Да. Выходим готовы. Некоторые моменты, например, на роботах там чуть-чуть наушники сбили. Но, в принципе, эмоции положительные, концерт очень крутой, мне очень заходит. Сначала такое волнение, потом на сцене расслабляешься, тебе получаешь. Тебе нравится. Такие отчетные концерты не обходят стороной ни одного ученика. Самым маленьким здесь 6 лет. Кроме этого, на сцене задействуют и тех, кто уже выпустился из ансамбля. Так «Улыбка» старается показать разнообразные таланты своих воспитанников.